Даша, доброе утро. Извините, что так рано. Я тут подумал по поводу вчерашнего. Мы тоже думали и вот что решили. Я еду с вами. Даша, поймите, это небезопасное дело. Я понимаю, что не увеселительная прогулка. Но одному вам все равно не справиться, а они не отстанут. Ферштейн. Даша, вы меня неправильно поняли. Я не собираюсь ехать один. Я вообще решил не ехать. Я так и думала. Ну что ж, в конце концов, это наше семейное дело, и вы не обязаны нам помогать. Даша, выслушайте меня внимательно. Я уезжаю в Берлин. Сегодня. Вылет в 12 часов 10 минут. Молодец. Так и надо. Да и что вы можете сделать в этой дикой стране? Езжайте домой. Ситуация вышла из-под контроля. Я должен согласовать свои действия с начальством. Счастливого пути. Ну что? Он уезжает в Берлин. Трус. Нет. Что-то не так. Васька, у тебя горит, а? Черт. Полотенце где? Вот оно. А ты, Вася, кулинар. Проводи немца в аэропорт и убедись, что он улетел. Если нет, продолжай работать. Все. Даша, это снова Хайнц. Я подозреваю, что телефон в номере прослушивают, поэтому не сказал вам правды. Да, да, я поняла, я успею. Так, Вася, Вася, дуй на вокзал, возьмешь 4 билета до Екатеринбурга. Все в одном купе, понял? Угу. Держи. А я? Ты сиди дома, я позвоню. Возьмешь 3:00. Позже можно, раньше нет. Понял. Даш. Я позвоню. И скажу, что делать. Угу. Все, пока. Мне нужно во Внуково. Во Внуково? Да еще днем. Ты что, издеваешься? Меньше, чем за 2 сутки зелени не поеду. Даже не уговариваю. Я не уговариваю. За 2, так за 2. Поехали. Легко сказать. Поехали. Поехали. Ах ты, клубок драный! Куда ты от меня денешься? Давай, колобок, кати свою Германию. Ну все нормально, задание выполнено, немец в воздухе. А? Че? Не, да я лично проверил, клиент прошел паспортный контроль, все путем. Ага. А, я понял, да. Который раз повторяется та же картина. Наша команда вынуждена в начале второго тайма отойти в оборону. Ну, как дела? Как игра? Бля, игра. Как всегда. С 2 метров в ворота попасть не могут. Мало ли, всегда надо верить в чудо.
Мощная атака гостей. Да, чудо. Тут вон такие чудеса творят. Он ведет мяч, обводит защитника, выходит Дед. На фланг. Ну что это такое? Ну. Выходит на фланг. Дань, я понимаю, когда мы еще пока не можем выпускать классных автомобилей. Для этого много чего надо. А тут ты посмотри, здоровые ребята. Две руки, две ноги. Ну бегай, попадай в ворота, а не в небеса. Дед, ты не расстраивайся. А как же не расстраиваться? За державу обидно. Ты, главное, себя береги. А я тебя очень люблю. Очень. Ты что это? Просто так. Дедуль, я пойду, ладно? Ну иди. Иди, иди. Дань. И снова прессы в обороне. Мы наблюдаем. Что с тобой? Ай, ну иди, иди. Активно он обыгрывает нашего защитника. Обводит его красивым финтом. Получает пас. И только Белочек спасает нашу команду от неминуемого очередного гола. Все потянулись в трибун, все потянулись на выход. Володь, а Дарья не проходила? Уехала уже? Не знаю. Да, ничего. Первым товарищеском матче этого сезона. Не задалась сегодня игра, но мы полны надежд. Гутен так, Херр Тирбах. Вы прекрасно выглядите. Директивы начальства явно пошли вам на пользу. Добро пожаловать в Москву. Чу-чу. Черт! Черт! Если будем сдавать быстро, то где-то на штуку меньше выйдет. Хорошо, если на штуку. Это если варвар согласится деньгами взять. Но он же не убьет? Не убьет. Хотя варвар, он же с пулей в башке. Точно не знаешь, где крест купить? Я обзвонил всех. Вот, попадалово-то, слушай, а? Скажи, а ты знаешь, что с этим Бундесом Петером? Как провалился, зараза. Подсунул нам этого говнюка и наглухо в оффлайн. Конечно, он-то знал, какой за ним след-то. Попробую еще раз его выцепить. Бахус, я все понял. Надо в политику идти. Вон, смотри, чел языком чешет и не кисло себя чухает, а мы как дураки землю роем. Еще немного и нас в эту землю. Не, ну скажи ты, ну чем я хуже этого чела, а? Иван Иванович, скажите, пожалуйста, нашему... У тебя сисек таких нет. Да при чем тут сиськи? Там мужик был. Погоди-ка. Я ее знаю. Кого? Ее! Напоминаем, что ситуация... Это сестра Энди. Комитет по информационной политике... Дарья Балдина. Иван Иванович, скажите, к ней Энди двинул, зуб даю. Откуда знаешь? Энди сам сказал. У него ее фотка была. Может, он врал? Потому что у нас есть очень серьезная... Проверить надо. Программа. Давай, сухой, к компу метнулся. Надо эту цацу найти. Эй! Васька! Ну давай же скорее! Здорово! Привет. А где Андрюха? Я думал, уже с вами. Давай билеты. А? Во. Супер. Ну, теперь к нам в купе точно никто не сунется. Васька, ты молодец. Спасибо. Правда, Васька молодец? Мне его тоже поцеловать? Нет, не надо. Подождите, а вы что, вдвоем, что ли, едете?
А как же я, как же Андрей? Вась, давай без истерик, ладно? Мы все обговорили. Мы едем, вы с Андреем остаетесь здесь. Вася, твоя задача сейчас Андрей. Да я что, ему нянька, что ли? Пойми, он в бегах, в чужой стране. У него кроме нас никого нет. Вась, ну пожалуйста, сделай это ради меня. Внимание, до отправления поезда Москва и Петербург осталось 5 часов. Ладно. Нам пора. Пойдем? Хайц! Ты это, береги ее, ладно? Хорошо. Добрый вечер. Билетики, документики, пожалуйста. Вот билеты. Пожалуйста. И паспорт. Отлично. 17-е, 18-е, 19-е, 20-е. А где же остальная компания? А они отстали от поезда. Ну так, отлично. Мамаша, проходите сюда. Ой. О. О, дай тебе Бог здоровья, сыночек. А? О. О. А. О. Простите. Да вы не волнуйтесь, они ненадолго, только на одну ночь. Нам до Камска только. До Камска, да. Камск. Вы меня, конечно, извините. Я, может быть, чего-то не понимаю. Я всего лишь иностранный турист, немец. И я, наверное, не так хорошо знаком с законами вашей чудесной страны, но... Ну что? Ну, если что не так? Минуточку! Я думаю, что железнодорожные правила все одинаковые. И если я выкупаю в кассах билеты на все купе, то я имею право запереться в нем и чувствовать себя как король. Хайнц. Ой. Пошли, внучок. Простите, вы нас не совсем правильно поняли. Понятно. Пожалели место для женщины с ребенком, да? Пожалели? Видите ли, у нас с женихом медовый месяц. И мы специально выкупили все купе, чтобы к нам никого не подселили. Мы едем знакомиться с моими родителями. Но путь не близкий, сами понимаете. А, ну так бы сразу и сказали. А то жених ваш как не родной, уткнулся в компьютер. Есть спецнабор свадебный. Конфеты, шампанское, икра. Спасибо, у нас все есть. Свадебный? Несите. Ай, момент, барышня. Несите, несите. Вам не стыдно? А почему мне должно быть стыдно? Вы же сейчас людей обидели. Я? Мне кажется, что это они нас обидели. Они даже не предложили компенсацию за билет. Все. Бесполезно. Точно это та Балдина? Та самая. У этой фройлины еще, кажется, дед с Рублевки. Вот козлы. Своего бабла по колено. Так еще у бедных копателей вещи тыря. Кстати, Димыч, если мы Энди не найдем, то броневик придется сдавать. Я тогда его урою вообще. Этот гаденыш нам за все ответит. И за моральный вред тоже. Хрен ли он? Мы тут нервничали. Пусть платит, зараза. Ладно, ладно, это как пойдет, лишь бы крест вернул. Что значит ладно? В табло зарядим, все вернет. Андрюха, открывай! Андрей, открывай дверь быстрее, слышишь?
Дверь открой, я тебе говорю. Кому не спится, а? Открой дверь. Кто вы такой, что вам надо? Глазок посмотри. Да я это открывай. Собирайся, нам нужно уезжать. Что случилось-то? Клеща убили. Какого клеща? Слушай, ты давай просыпайся, а? Мне с тобой возиться некогда. Ташкин телефон не отвечает. Тебе Невис номер не оставлял? Нет. Стой, подожди, это клещ, который хакер? Да, который хакер. А его что, реально убили? Реально убили! Это все из-за ваших дел, понял? Короче, вам с Дашей угрожает опасность. Ты понимаешь? Поехали, у меня машина во дворе стоит. Стой! То есть у нас появилась реальная возможность ехать на Урал искать убийцу? Слушай, ты только о себе и думаешь, а? Вон он, глянь! Точно! Эй, Энди! Дурак, не ори, спугнешь! Блин, Бахус! Кто это? Да так, козла, не пойди быстрее! Смывается, козел! Эй, комрад, стой! Разговор есть! Деньги! Горяк, кому-то! Чего они хотят? Деньги! Узнали, что из полиции убежал, шантажируют. Сдать грозятся. Стой, козел! Стоять! Стоять! Кому сказал? Стоять! Достану. Как ты его достанешь? Я тебе что, Шумахер, что ли? На такой развалюхе с заряженной тачкой гоняться. Да ладно, что делать будем? Молиться. Не бздите, мы его достанем. Как ты его достанешь? Достану. Тачка у козла приметная. Надо с несоноводами потереть, кто на такой гоняет. Наверняка рейсер какой-нибудь. Ну ты скажешь, рейсер. Подожди меня у выхода. Так, ну так. Добрый день. Посмах даст. Сколько с меня? Евро 30. Данке. Спасибо. Ну все, идем домой. В маленьких магазинах часто нет камер слежения, поэтому просто отрываешь незаметно для охранника магнитную ленту и спокойно идешь на выход. В большом магазине надо искать место, где камера тебя не засечет. Это труднее. Поэтому всегда выбирай маленький магазин, поняла? Дерьмо. Чего мы ждем? Езжайте без меня. Валим. Черт, домой больше не сунешься. Квартира пуста. Я и так делаю все, что могу.
цифры, процент. В глаза рябит. Рябит, отдохните. Даша, ну я приношу свои извинения. За что? За то, что выгнала из купе эту бабушку. Хотя, если честно, мне кажется, мы имеем право на это купе. Вы своими правами любого до белого коленя доведете. Скажите, а вы не пробовали? Вы не пробовали думать о людях, а не о правах? Я просто не так выразился. Хватит. Не хочу об этом больше говорить. Давайте лучше о деле. И налейте мне шампанского. Ну что, нашли там что-нибудь? Тут всякие финансовые схемы. Все очень запутано, но... Если я правильно понял, главные владельцы рудника – это фирма Биотрейд и какой-то... Ганнибал. А Ганнибал – это фамилия или кличка? Я не знаю. Кругом одни загадки. Интересно, какое отношение ко всему этому имел мой отец? А что в дневнике? Здесь очень личные. О романе мамы и папы. И о том, что было дальше. А что было дальше? Нормально. Оторвались. Ну уж конечно. Догонят? Не волнуйся. Да я не волнуюсь. Куда теперь-то? Сейчас узнаем. Кому? Митька! Здорово, что делаешь? Французский учу. Короче, мне нужно расписание поездов Москва-Свердловск. Где остановки делает? Сколько стоит и когда? Вась, давай позже, я занят. Меня завтра на экзамене убьют. Слушай, тебя и так убьют. Я слышу, чем ты там занимаешься. Давай, отвлекись от своих игрушек, я тебе говорю. У меня расклад здесь серьезный. Даша поперлась на Урал с каким-то типом. Но я думаю, что без приключений туда не доеду. Чего ты за ней бегаешь? Где гордость твоя мужская? Слушай, ты гордый. Я тебе приеду, уши надеру, ты понял? Поговори у меня еще. Это не педагогично. Ты, как старший брат, должен для меня положительным образцом быть. Да. Черт, меня поимели. Митька, не зли меня. Ладно, все, давай записывай. Проклова, 8:40. Проклова, 8:40. Угу. Камск, 1:25. Рванули. А знаете, что придумал мой дед, когда мама не стала? Я была еще совсем сопливой. Он сказал, мама поехала в командировку к папе. Далеко-далеко, в Антарктиду. Они там будут очень долго работать. Среди пингвинов. А потом, когда вернутся, привезут мне в подарок маленького смешного пингвиненка. Так мне его никто и не привез. Так никто и не вернулся. Даша, почему ваш отец так мало общался с вами? Вы говорите, он почти не звонил, не писал. Даже когда вы стали уже совсем взрослые. У него была своя жизнь. Он уехал к вам в Германию, это совсем другой мир. Он там, а я здесь, в России.
потом появилась новая семья, родилась Сонечка. Еще был Андрей, мой брат от его второго брака. Давайте спать. Редакция, извините за поздний звонок, но мне Дарья сказала, что вы по ночам работаете. Дарья Балдина, это дед ее. Скажите, она сейчас не у вас? А днем она была? Да, я звонил. Нет ее дома. Извините. Спокойной ночи. Это я. Дарья пропала. Так пропала. Днем она была у меня с какой-то дорожной сумкой и так разговаривала, будто хотела попрощаться. Да. Черт возьми. Ты меня не успокаивай! Ты ищи ее! Всех поднимай! А утром ко мне с докладом. Черт меня возьми. Бигетта. Хорошая штука. Одевайтесь. Ключ. Нужно попытаться выбраться из поезда. Идемте. Давай. Пошли, пошли. Это станция? Не думаю. Огня не видно. Ой! 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 Ты чего, сынок? А мы прогуляться. Воздуха не хватает. Держи. Спокойной ночи. Что это? Избушка? Да не похоже. Свет не горит. Ничего. Сейчас разберемся. Ну вот нам и ночлег. Ну-ка. Мы что, будем ночевать в этом, как это называется? Сарай. Сарай? Угу. У нас что, выбор есть? По-моему, да. Симпатично. А если там мыши? Немецкие копы не боятся мышей. Шайса.
Ну вот. Добро пожаловать. Вы ложитесь. Ложитесь сюда. И вот этим укройте ноги. Даша, мне кажется, мы можем говорить друг другу на «ты». Согласна. Глупо соблюдать этикет в сарае. Ну вот теперь звезды, запах сена и романтический герой под боком. Я не герой. Хайнц. Я его убила там в поезде. Не знаю. А если убила? Это была самооборона. Ты защищала себя и меня. Может, он еще очнется? Надеюсь, что нет. Даша. Даша. Спасибо. За что? Ты спасла мне жизнь. Цвет пожар в джунглях. Как? Вася темный? А че это он темный? Ну ладно, хрен с ним. Как его найти? Ага, сейчас. Сейчас. Дай что-нибудь записать. На. Ага, сейчас. Ага. Пишу. Давай. Ага. Ага. Чего? Да вроде на вчерашнего ниссанчика вышли. Ага. Давай, все. Все понял. Отбой. Давай, ага. Ну чё? Чё-чё? Сейчас в гости поедем. Руки в гору. Что? Руки подними, я сказал. Теперь медленно поворачивайся. Медленно. Русский партизан. Ты еще квакаешь, варюга? Ты смотри, у нас тут просто с этим. Я эти ментов даже не буду звать. Я тебя здесь грохну на месте. Без суда и следствия при попытке к бегству. Понял? Момент хищения частной собственности. Я... Что я украл? Сейчас узнаем. Барахло твое где? Что? Барахло твое где? Вещи! Боже мой, опустите ружье. Мы же не воры. Мы новобрачные, да? А что? Кроме как в моем сарае больше негде? Свадьбу-то играть. Да мы от поезда отстали. Погулять вышли, ноги размять. Вот и погуляли. Погуляли. А что это за город? Это деревня. А, это райцентр наш. Райцентр наш, Борисов. Там церковь, кстати, есть старинная. А вы-то куда собирались? А далеко этот, Борисов. Thank you.
Кто там? Я с Васей за компакт-дисками. Васька уехал. Странно, а диски мне забыл вернуть. Это на него не похоже. Родаки дома. А вы кто? Мы кто? Мы Васины друзья. Не похоже. Ну не то, чтобы друзья, гонщики. Твой Вася нас сделал, теперь мы его хотим, понимаешь? Нам, пацан, с твоим братом гонки надо устроить. Соревнование на приз газеты «Коленчатый вал». Вы можете приз сразу себе взять. Сейчас Ваське не до этого, он с поездом соревнуется. Хороший ком. А хороший ком. Жалко будет, если он треснет случайно. Да я не шучу, на самом деле, ребят. Васька сейчас едет за поездом Москва-Свердловск. Там девушка его едет. Девушка, романтично. Слышь, пацан, иди хорош сюда. Гнать. Какая нахрен девушка? У тебя что, зубы лишние есть? Так я решу эту проблему. Да я серьезно говорю. Он вчера звонил, расписание спрашивал. Опа. Вася, привет. Я дисочек возьму послушать. Не удержался, я три взял, прости. Пока, красавчега! Спасибо. Ну что, немчура, смотри, учись жизни. Да-да. Скажите, а здесь можно купить машину? Здесь? Машину? Даже не знаю. Была не была. Бери мою. А как шефы? Хорошему человеку не жалко. А сколько она проехала километров? Пробег. Пробег у нее, будь здоров. Да. Тебе такое не снился. Русский зверь. Зверь машины, что ты? Мотор, все еще. Она нас с тобой переживет. Железо! Ну все, порядок. Аккумулятор зарядила, деньги поменяла. А меня Ганс твой уломал все-таки машину-то ему продать. Сколько? Сколько сразу. Не волнуйся, красавец, мы договоримся. А, Ферштейн? О, это, сейчас, подожди. Сейчас присобачим. Айн момент. Вот так вот. Алис, гуд. Уважаемые пассажиры, на нашем вокзале к услугам пассажиров имеются камеры хранения ручной клади. А вы с московского поезда? Да, как 3 минуты ушел. Ушел? Он 3 минуты стоял. Ладно, не расстраивайся, на следующий перехватим. Ага, перехватим. Разомнемся? Давай. Нормально. Теперь я понимаю, что такое русский зверь, а? Может, свечи полетели? Да, какие свечи? Ты посмотри на этот мотор. Ну а что, мужик же сказал, двигатель новый, от Волги. От Волги? Да этот, он чуть ли не на веревочках связан. Сама посмотри. В Германии такую машину на запчасти разбирать бы не стали. Может, можно как-то починить? Ладно, ты садись в машину и жди, а я буду голосовать. Окей.
Здравствуйте, ребят. Вы нам не поможете? Хайт! 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 Отпустите! Хайт! Муха, поехали! Давай! Хайп!